Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Приветствую вас всех. Сегодня хочу показать вам, как готовится навага. Сегодня февраль и начался сезон ловли наваги. Навага в этом только свеженькая абсолютно. Ее только выловили не так давно, там, может, неделю назад. И она уже сейчас самая вкусная. Когда она полетит, но потом делается невкусная, и ее лучше не покупать. А вот сейчас, в феврале, когда у нее сезон, она отличного качества, абсолютно свежая и очень вкусная. Давайте сейчас мы ее попробуем приготовить не обычным способом, а способ я узнал, подсмотрел даже, не узнал, а подсмотрел у геляков, это жители низовья Фамура, и там они вот на нее ездят, ловят эту навагу сами, на махалке, и потом готовят. Она будет готовиться в овощах с яйцом, тут печеная такая. Ну, короче, все увидите, смотрите. Вот сначала нам нужно ее почистить, сейчас я покажу, как ее правильно чистить. Тоже у них подсмотрел. Смотрите, у навашки обычно берут и отрезают, вот так вот ей голову отрезали и все. Но это маленько не так. Надо вот брать, поднять вот здесь плавничок, под него заводим нож, делаем косой надрез вот сюда, переворачиваем под этот плавничок. Еще один надрез вот сюда, выводим его вот под жабры. Оп. Все, рыбка чистая. Тут у нее икра. Вот эту штуку пузырь. Это вот у нее легкие. Надо тоже открыть и маленько почистить. Хвостик отрезать. На зубчину. Все. 2 секунды делов. Абсолютно чистая тушка наваги. Ну вот, друзья, рыбку я почистил, помыл. Буквально все это заняло буквально пару минут. Сейчас я здесь делаю смесь муки, соли и красного перца. Муку солю посильнее. И в этой смеси мы будем обваливать, обжаривать рыбку. Так, наливаем масло, сковородка разогрелась. Обваливаем рыбочку и обжариваем ее на масле. Вот для нашего блюда рыбку лучше выбирайте покрупнее, которая. Меленькую просто поджарить, а которая покрупнее, вот у нас она сюда подойдет просто идеально. Так. Все, жарим рыбку. Так, рыбку обжариваем до образования золотистой корочки. Тут она маленько еще подморожена, но она сразу не прожарится. Но это и не важно. Мы дальше будем ее еще запекать потом с овощами. Сейчас мы ее обжарим и к ней вернемся. Так, ну вот, рыбка, которая была покрупнее, я обжарил. Но она еще внутри сырая, ее нельзя кушать. Вот которая помельче, она сейчас поджарится нормально, ее можно будет есть. А это мы будем еще дальше готовить. Что нам для этого понадобится? Берем шлемочку, разбиваем пару яиц в нее. Разбиваем пару яиц. Оп. Оп. Добавляем ложку майонеза. Взбиваем все это дело. Взбиваем в однородную массу. Потом берем чуть-чуть муки, она у нас соленая, уже с перцем. Буквально столовую ложку на этот объем, который обваливали рыбку. Чтобы потом маленечко затянуть. Били. Тут я порезал кольцами лук. Добавляем сюда одну луковицу. И одну морковочку среднего размера. Все это перемешиваем. И оставляем постоять. Пока рыба дожарится сейчас. Ну вот рыбу я обжарил, теперь вот эту вот поджаренную рыбку, которая покрупнее, кладем обратно в сковородку. Так, выключаем ее в сковороду. Добавим вот эту вот смесь на рыбу.
Так, распределили равномерно овощи по рыбке. И сейчас сковородочку убираем в духовочку разогретую на 15 минут. Вот эта рыбка уже готова, ее можно кушать прямо сейчас. Вот эта была, она крупная, она еще сырая. Вот эту вот можно есть. Из одной, короче, рыбы получилось два разных блюда. Это просто жареная навашка. Очень вкусная, свеженькая. Что интересно, запаха нету никакого, абсолютно неприятного. Знаете, когда жарится старая рыба морская по всей квартире, невыносимая, просто вонь идет. Это пахнет очень вкусно, потому что она свежая. Ну вот, друзья, рыбка поджарилась, просто жареная навашка. Жареная, печеная с овощами, очень вкусная. Подавать можно с отварным рисом, либо с толченой картошечкой будет вкусно. Ну все, всем приятного аппетита. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, кому не понравилось, пальцы вниз. Не забывайте подписываться на канал. Все, всем до встречи.